7 утра, мы проснулись в 6, позавтракали и выдвинули на Delicat Arch, самую известную арку в этом национальном парке Арчес, Аркс. Вот. Я лучше хайкать либо с рассветом, либо с закатом, но на закате, ну, мне кажется, более он популярный, наверное, на закате. Поэтому мы решили с утра пораньше, пока не жарко. Потому что сегодня максимальная температура будет плюс 28. Слишком жарко. Слишком жарко для хайка. Да. Лучше, когда холодно. По крайней мере, можно согреться, когда хайкаешь, а не наоборот. Это здесь начало хайка. Мы не пропустили ведь вход? Надеюсь, не вот, наверное, вниз идет. А почему здесь нет никакого указателя? Ну, сейчас найдем. Но я читал на самом деле в отзывах, что здесь можно как бы потерять вход. Ну, вход вообще, да, тут, конечно. Точно здесь, посмотри на карте. Ну, где еще? Против солнца, конечно, не знаю. Может, вот. Мы сейчас идем в середине хайка. И самый сильный подъем. Вот по таким камням гладким. Непонятно, куда идти. Вон там лестница. А, да, вон там лестница. И сзади виды. Впереди нас ждет лестница. Hey. Good morning. Такая вот она арка гигантская. Высотой она 45 футов, это примерно 15 метров. Шириной 26 футов, 10 метров. Но это она офигенно гигантская. И сидит на краю вот такого боула, вот чаши. Там люди, кажется, совсем маленькими. Здесь уже сейчас сколько? Сейчас 8:30, уже должна народ собираться в очередь туда фоткаться. Мы когда пришли, почти никто не фоткался, потом одна пара начала фоткаться. Мы туда пришли, все, и теперь очередь. 8:30 утра. Мы проснулись в 6, чтобы позавтракать в 6:30. Ехать в парк в 7. Быть на трейлхеде в 7:30. И вот где-то за 40 минут дошли. Ну, кстати, не очень, на самом деле, сложный хайк. Но вроде кажется, что большой подъем, но на самом деле нормально. Наш следующий трейл называется Sand Dune. Арк трейл. Типа арка песочных дюн. Сейчас увидим, как она выглядит. Сейчас пока еще не очень жарко, сейчас где-то около 9:30. В принципе, нормально. Вот этот вход в трейл. С другой стороны, сейчас я еще обратно поднимусь. Пока тут никого нет, ева. Вот он вход.
Здесь очень узенько, здесь не все пройдут. Особо не спортивные люди здесь могут не пройти. Здесь это реально ширина просто одного человека. А там внутри, в тени, растет дерево. Там еще, конечно, другие деревья есть, но у нас просто как раз в комнате в отеле вот именно вот это дерево, вот это вот в пустыне внутри. Прям удивительно. И вон там арка. Блин, мне нравится, когда вот так вот хайкать внутри скал. Жесть, тенечек. Песка дофига. Ну, песка, да. Ну, а что ты ждал, если трейл называется Sand Dune? Как бы песочная дюна. Арка. Арка песочной дюны. Ты арка в песочных дюнах. Что-то в голове играет музыка из Аладдина. Стена такая. Так выглядит Tapestry Arch. У нее такие мощные основания. Выглядит как такая буква О. Кстати говоря, есть еще, по-моему, арка под названием О. Арк. О арк. Здесь все в песке. Трейл весь песочный. Мы сейчас видели ящерицу. Большую. Большую, да. Ну вот где-то вот, наверное, вот такой длины. Плюс хвост. Ну, вот она... Мы бы ее и не заметили, если бы она не попыталась в кустах скрыться. Там вдалеке горы называются Ла Сал. А вот эта долина... соляная. Да и, кстати говоря, интересные цвета. Здесь зеленый, кирпичный, красный есть. А где-то, на самом деле, не знаю, видно на кадре или нет, там они какие-то зеленые. Вот примерно вот как цвета моих ботинок. Вот такого же цвета там холмы некоторые. И это невероятно. Хайк на закате вечером. Балансирующий камень. Он коротенький, вокруг него можно обойти. Мне, честно, очень интересно, на чем он держится, потому что выглядит очень нестабильно. Выглядит, как будто вот этот камень стоит на каком-то, не знаю, песочке, который... каких-то еще маленьких камешках там вообще, которые... которые все в трещинах просто. Сейчас попробуем вокруг обойти. Встречаем закат. Около... здесь такой в долине, здесь есть двойная арка и так называемые окна. Вот это одно из них. Сейчас я к нему подойду. А пока я приближаюсь к арке Торрета. Здесь ее уже видно, здесь какая она большая. С парковки ее вообще не видно. Это что такое? Она уже второй раз на сам приближается. Thank you.
еще рядом второе. Окошечко такое есть. Там, кстати говоря, вдалеке виднеются горные вершины горного массива Ласал. А вот два окна. Закат. Я надеюсь сейчас посмотреть на звезды.